Ебаров! Слушай, тут Барсиков звонил, просил спросить, ты что переобуваешься с Рапунцель? Сначала не поддерживал, теперь поддерживаешь. Блин, короче, смотри, значит, такая ситуация. Я действительно по-человечески ее поддержал, но она оказалась все-таки шалавой приморской. Еще раз? Да, потому что она поступила, она меня сейчас поливает грязью, вот. Я теперь буду к ней относиться как к приморской шалаве. Значит, я ей протянул руку помощи, вот, протянул руку помощи. Она, как говорится, помог ей, да, то, что там Димка ее избивал. А она поливает грязью, типа, якобы у меня ничего нету, ага. Нету ничего в жизни. А она, как скотина, сука, последняя, приползла на проект, чтобы пожрать, поспать и деньги получать, понимаешь? Через 2 месяца. Я хотя сказал, то, что вы уйдете за периметр, я даю 2 месяца вашему браку. Ну, видишь, я не наврал. Твои прогнозы оказались правдивы. В прямом эфире, да? Нет. Ты мне знаешь, что скажи? Это что? Видео. Скажи мне, Барзику, что ты передаешь? Ты же видел его видеообращение? Да, видеообращение видел, что он, ну, реально...